можно сделать все, что угодно. Вот я хотела предложить вот такой вариант картины. Это я очень часто использую. Очень у многих сейчас есть ненужные диски, которые, ну, скажем так, жалко выбросить, а пользоваться не знаем. Так вот, я хотела бы предложить вот такой вариант. Здесь можно иглой, раскаленной иглой или шилом, проделать дырочку и вот так потом повесить. Но не просто повесить, нам это не интересно просто так повесить. А мы берем, да, обязательно клей «Момент» или «Мега», который здесь в Израиле, потому что вот этот материал на пластик не воспринимает. Он как отторжение получается. Пластик, клей, вот этот, которым мы клеили бумагу, невозможно заклеить этим клеем бумагу к этой к этому диску. У меня еще есть черные пластинки, к сожалению, остались на работе, но фотографии я покажу. Вот оно прижимается, надо какое-то время подождать. И это просто цветок, а мы берем зеленые листики и делаем листочки. Просто вокруг можем сделать листочки. Листочки я не делаю просто вот так, как лепесточки. Я делаю немножечко по-другому. Я беру вот, например, вот у меня один. Сейчас я его подклею немножко лучше, это не страшно. Вот у меня второй. И я сразу из двух лепесточков, которые я вам показала, как делать, я делаю сразу маленький листочек. Сейчас мы заклеим. Чем тяжелее работать с Бристолью, что когда заклеивается, он сразу не заклеивается. С тонкой бумагой она заклеится моментально, но с ней тяжело работать, нужен хороший навык. И с тонкой бумагой иногда форма мнется. Немножко в этом плане сложнее. А здесь сложнее, что она не сразу заклеивается, потому что она пружинит немножечко. Теперь я беру, смотрите, у меня два лепесточка. Я беру один лепесточек и одну сторону промазываю чуть-чуть клеем. И прикладываю два лепесточка вместе. И беру раз, с одной стороны у меня так, а с другой стороны вот, у меня вот такой получается листик. Чуть-чуть сейчас надо подождать, чтобы он приклеился. Вот он. И этот листик мы можем приклеить сейчас вот сюда. И я его кладу вот так. Я приклеиваю его вот так. Теперь можно взять еще зеленую бумагу и сделать другой завиток. Я делаю вот так до середины. Потом откладываю. И начинаю вторую в противоположную сторону крутить. Я кручу в противоположную сторону до самого как бы конца. И вот я получила вот такую завитушечку. Я могу ее положить вот сюда. Теперь я могу сделать не обязательно зеленую. Давайте возьмем желтую или коричневую даже. И я беру вот эту полосочку и начинаю крутить вот таким вот образом. Покрутила, надоело. Отошла в сторонку, покрутила, надоело. Опять покрутила, опять надоело. Опять покрутила и опять надоело. И так я кручу, 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 кручу. Этот способ мне очень нравится, заполнять большие пространства очень хорошо. И плюс еще он дает какую-то торжественность. Мы делали на работе женщину в платье, в красивом.
И вот это платье все сделали в такой технике. Так получилось настолько красиво, казалось, что как будто ажурное платье. И вот мы можем прямо вот так, я положу чуть-чуть где. И мы укладываем. Это уже тоже наша фантазия. Вот вокруг цветочка мы уложили. Ну, уложили вот такую вот. Можно сделать... Ой, это не приклеивало, но... Можно сделать еще, допустим... Для этого я... Вот, сейчас я хочу взять очень интересный момент. Мне очень нравится. Я заклеиваю... С одной стороны концы одинаково. Ну, допустим, возьмем три цвета. Много не надо. Можно и много, потому что в зависимости от того, сколько мы возьмем. Я просто показываю несколько приемов. Эти приемы каждый надо разбирать и каждый надо объяснять по-другому. Здесь я беру, отрезаю под углом. Вот так. То есть даже не вот так. Я беру. Один, один и один. И склеиваю их вместе то же самое. Так, мне вот этот не приклеился. Сейчас, секундочку. Теперь наклеиваю здесь. Так. Так. Вот так. Заклеила здесь. И заклеила здесь. Вот у меня получилась вот такая. Я просто на глаз наклеила. Если делать на равное расстояние, то они одинаково ложатся. Вот. И начинаю закручивать. Вот мы получаем вот такую вот извилистую интересную штучку. И мы можем ее положить вот сюда. Вот у нас получилась вот такая вот красивая пластинка, диск красивый картины. И людям очень нравится, потому что это вообще бумажная вышивка, можно даже назвать, потому что тут можно делать необыкновенные вещи. И я очень люблю работать с бумагой, и я своих... На своих занятиях на работе я приучила очень многих. А, да, я еще не показала еще один вид. А вот этот цветок, вот тут у нас взяла пластиковую бутылку, маленькую пластиковую бутылку, отрезала кольцо, обкрутила бумагой для цветов и приклеила цветочек. Для чего этот цветочек? У нас такое количество сделали этих цветов, просто уму непостижимо. У нас заказывают эти цветы для... Торжеств на стол укладывать. Вот сюда вкладывается полотенце или салфеточка. И укладывается возле каждой тарелки. Вот так укладываются эти цветочки, вот эти как бы держатель для салфетки. И вот так вот укладываются возле тарелок. У нас, когда мы начали делать эти цветы, у нас заказывали эти держатели в неимоверных количествах. По 20 штук, по 24, по 12. Очень многие заказывали. И с удовольствием у нас делают их.